вообще, почему это снимаешь с машин? Если ты не снимал, сколько штук у тебя в руках, а? Со скольки машин ты снял? Ты знаешь, что это уголовное дело? Кто снимал? Ақтауда ғай жоқ. Гражданский адам басқартып тұрмынан. Жарты сағат болды. Светофор жасамайды. Пробка машинның бәрі. Гражданский адам басқартып тұр. Значит, там үлкен бір здание өтен отырған. Прям не ақтан көрініп тұр. Постелили асфальт. Находится вот это вот все за восьмым домом, напротив шестого микрорайона. Вот постелили эту дорожку, а вот эту вот часть оставили вот в таком положении. Хотя вот эти вот все плиты разбила ихняя техника, ездит туда-сюда. Занимается этим какая-то алматинская компания. Вот это вот место напротив магазина. Они это постелили, соответственно, за деньги. А все остальное вот так вот оставили. Такое чувство, как будто здесь люди ходят, а здесь непонятно. Какое-то зверье. Вот такое безобразие. Давай до конца! Сатана! Сатана! Господи, Магистовский! Господи, Магистовский!
Вот это вот красота, да? Ну вот, не могу понять. Как можно вот так вот взять и испортить красоту? Вот как можно родиться таким уродом, чтобы это испортить? Қыздар, негіз жазбай оқыған жақсы еді. Есіп жасауға болмайды ол. Ятқомнан жазған. Зачем ходить в кино, тем более во время карантина, когда из окон своих домов жители Актау могут наблюдать целые батальные сцены. Так произошло и минувшей ночью около одного из ночных клубов города. Если в голливудском фильме «300 спартанцев» противостояли тысячам персидских воинов, то у нас трое молодчиков пытались держать десяток разъяренных и, возможно, нетрезвых парней. Судя по кадрам видео, отступать никто не собирался, но численное преимущество взяло вверх. Не останавливало сечу и наличие прохожих, и даже опасность попасть под колеса. Сейчас полицейские изучают запись и стараются установить всех участников побоища, о пострадавших или заявителях пока не сообщается. За 3 месяца. Вот смотрите, с весны мы снимали видео. Вот посмотрите, что дальше происходит. У меня уже дверь вот начинает вот так вот отходить. Видите? Все, балки, все падает. Стена рушится. Кошмар, короче. Стена рушится. Надо что-то с этим делать. Вот посмотрите на вот этот подъезд вообще. Посмотрите, что здесь творится. Вот как люди здесь живут. Неужели нельзя по совести поступить и дать людям квартиры? Оно не выдержит, пока там дом достроит. Это просто кошмар. Вот здесь дети живут. Они вот так спускаются. Кто-то может ногу себе сломать, еще что-нибудь. Только, наверное, тогда вы очнетесь, когда здесь что-нибудь произойдет. Посмотрите на этот подвал. Здесь живут люди. Никакой антисанитарии. Посмотрите. И вы еще за это берете деньги с людей.
Anytime I feed you, let me know. Anytime I see you, let me know. But the plan I see, just let me go. I'm